то утро, едва открыв дверь кабинета фирмы «Вулвертон», что на Оксфорд-стрит, Рут Трексмор посмотрела на вазу из доултонского фарфора. Там опять стояли цветы. Этот ежеутренний знак внимания и удивлял, и слегка раздражал мисс Трексмор, ибо, несмотря на все расспросы служащих конторы, в которой она работала заведующей персоналом, ей так и не удалось выяснить, кто с таким трогательным упорством украшает ее кабинет. Опять цветы. Странно. Как они прекрасны. Но кто же? Странно. Ладно, попытаюсь все-таки разузнать. Алло, Патрисия? Да, мисс Трексмор? Зайдите ко мне, и немедленно. Сию минуту, мисс Трексмор. Интересно. Кто же так настойчиво добивается моего внимания? Эти цветы стоят больших денег. Да-да, войдите. Мисс Трексмор? Идите сюда, Патрисия. Послушайте, я готова дать вам завтра выходной. О, мисс Трексмор. Вы не ослышались? Выходной? Но с одним условием. Я слушаю вас. Вы назовете мне имя того или той, кто каждое утро украшает цветами эту комнату. Понимаете, я ведь обещала держать язык за зубами. Дело ваше. А кроме того, за молчание мне платят 500 в неделю. Решайте. Но вы ведь никому не скажете, что это я проболталась, мисс. Даю слово. Ну так это сэр Арчибальд. Сэр Арчибальд Лаудер. Генеральный инспектор всех представительств фирмы Вулвертон, раскиданных по разным уголкам света. Чтобы сэр Арчибальд и вдруг в нее влюбился... Да не может быть. Это просто невероятно. Мистер Лаудер, такой безукоризненный сноб. И вдруг, ну и дела. А что, пожалуй, стать леди было бы совсем неплохо. Совсем неплохо. Деятельная натура мисс Трексмор требовала молниеносных решений, и Рут никогда ничего не откладывала в долгий ящик. Поэтому, узнав от диспетчера, что сэр Арчибальд уже на месте, Рут твердым шагом направилась к нему в кабинет. О, ваш визит – большая честь для меня, мисс Трексмор. Арчибальд? Как вы сказали? Я хотела поблагодарить вас за цветы, которые каждое утро нахожу у себя в кабинете. А, так вы знаете. И чем же объясняется эта цветочная дождь? Видите ли, мисс, я даже не знаю, как бы это выразить. Вероятно, таким образом вы хотели намекнуть, что любите меня. Так и есть, мисс. Совершенно верно. Я весьма рад, что вы догадались. И давно вы меня любите? По-настоящему я осознал это всего 2 месяца назад, в Китае. В Китае? Да. В одном шанхайском баре я увидел женщину. Ее фигура немножко напоминала вашу. Ну и тогда до меня вдруг дошло, что я никогда не смогу чувствовать себя вполне счастливым, если вы навсегда исчезнете из моей жизни. Спасибо за это признание. Оно меня бесконечно тронуло. Но все-таки чего вы ожидаете от меня? Чтобы вы стали моей женой, мисс. Если, конечно, сочтете это для себя возможным. Это так неожиданно. Но я, пожалуй... Я в полном восторге, дорогая. Вы позволите мне сказать об этом маме? Маме? Ну да, я уверен, она понравится вам так же, как и вы ей. Постойте, Арчибальд. А вы ни о чем не забыли меня спросить? О чем же, дорогая? Ну, могли бы, скажем, поинтересоваться, отвечаю ли я вам взаимностью. Если вы не против выйти за меня замуж, разве это не означает, что вы меня любите? Так вот, Арчибальд, может, это покажется вам странным, но я вовсе не уверена в своих чувствах. Вы меня огорчили. Но в таком случае, пожалуй, лучше повременить и пока ничего не говорить маме.
По-моему, так было бы разумнее. Боюсь, вам придется сделать над собой небольшое усилие и поухаживать со мной. К несчастью, я не очень-то умею ухаживать. Что ж, научитесь. Они вместе гуляли, ужинали в ресторанах, ездили в театр, но шли дни за днями, неделя за неделями, а отношения по-прежнему оставались отчужденными. Сэр Арчибальд вел себя так корректно, что временами его вежливость смахивала на безразличие. И Рут невольно спрашивала себя, интересуется ли он вообще хоть чем-нибудь, кроме галстуков. Арчибальд. Да, дорогая? Вот уже 2 месяца, как мы встречаемся почти каждый день. Поверьте, для меня это истинное блаженство. А вам никогда не приходило в голову, что оба мы уже не первой молодости? Я полностью разделяю столь трезвый взгляд на вещи. Господи боже, вы что, совсем не умеете говорить по-другому? Неужели я случайно позволил себе бестактность, дорогая? То-то и оно, что нет. Это самое ужасное. Боюсь, я не вполне понимаю, что вы... Арчибальд, я люблю вас. Теперь я в этом уверена. Однако я искренне вас люблю, Рут. Так почему, черт возьми, вы мне этого не желаете доказать? Мисс Трексмор едва не прикусила язык. Надо же было так выразиться. Так вульгарно. Но мистер Лаудер, очевидно, даже не заметил грубости, ибо в ту же секунду буквально набросился на Рут и, стиснув ее изо всех сил, с невероятным пылом поцеловал в губы. О, ведите себя прилично, Арчибальд. Признаюсь, я вел себя как мальчишка. Ну, Арчибальд, по-моему, сейчас самое подходящее время попросить меня выйти за вас замуж. Свадьба превзошла все ожидания Рут. Мать сэра Арчибальда, Элизабет Лаудер, действительно приняла свою невестку с восторгом и окружила ее бесконечной заботой. Сотрудники фирмы «Вулвертон» завалили новобрачных подарками и цветами. Но самое главное, когда старый, слегка скрученный подагрой пастор назвал мисс Трексмор «леди», молодая женщина испытала самую большую за свою жизнь радость. Смотрите, дорогой, смотрите, сколько пришло поздравлений. Не хватит и недели, чтобы разобрать всю эту почту. О, вот телеграмма от моего шефа Терренса Вулвертона. Поздравляет и желает счастья. Милая с его стороны. А вот поздравление от леди Элизабет. Мама любит делать сюрпризы. А это от кого? Полковник Стокдейл. Это от моего старого друга. Я не подозревал, что у вас есть знакомство в армии. Наверное, старый воздыхатель, да? Ну, это не совсем так. Я не видела Джеймса Стокдейла, но он мне помог в жизни. Так получилось. Он тоже поздравляет нас, кстати. Скажите мне правду, Рут. Этот Стокдейл имеет на вас какие-то права? Да. Ах, вот оно что. Прошу вас, Арчибальд, удержитесь от слов, о которых потом наверняка пожалеете. Если полковник Стокдейл и обладает надо мной определенной властью, то к любви это вовсе не имеет отношения. Просто он мой шеф. Шеф? Видите ли, мое положение в фирме Вулвертонов только крыша. Крыша? А на самом деле, Арчибальд, я тайный агент разведки и работаю в отделе полковника Стокдейла. Рут, дорогая, вы что же, шпионка? Сэр Арчибальд Лаудер пытался разобраться в создавшемся положении. Как же так могло случиться? Он, генеральный инспектор всех представительств фирмы «Вулвертон», безукоризненный джентльмен, баронет, только-только женившийся, между прочим, по любви, вдруг узнает, что его молодая жена... Нет-нет, это просто смешно. Узнает, что его жена – тайный агент контрразведки. Уму непостижимо. Рут Трексмор, а теперь уже леди Рут Лаудер, шпионка? Это известие никак не вмещалось в голове бедного сэра Арчибальда.
Да. В Вулвертоновской конторе вы словете женщины с богатым воображением, дорогая, но я и не подозревал, что оно развито до такой степени. Надо же, агент разведки. Богом клянусь, моя милая, выдумка просто восхитительна. Выдумка? Да, дорогая моя. За всю историю нашей семьи не припомню ни единого случая, чтобы хоть одна из женщин ради того, чтобы свободно видеться с любовником, прикидывалась шпионкой. Подумать только. Полковник Стокдейл, друг, которого я никогда не видела. Как трогательно. Полковник, полковник, полковник. Это что же, ваш пароль? Вы мне не верите, Арчибальд? Нет, дорогая, не верю. Вы меня оскорбляете? Ну, это уж... Это совсем забавно. Вы признаетесь, что у меня есть соперник, и я, оказывается, я же еще и виноват. Но говорю вам... Меня просто пугает ваш цинизм, дорогая. Бывший любовник под именем некоего Стокдейла имеет наглость присылать поздравления на нашу свадьбу. О, боже! Да не любовник он, не любовник! А может, это вовсе и не праздничная открытка? А? Это шифровка. Я угадал? Угадал. Я угадал. Я вижу по вашему лицу, что я угадал. Он вам назначает свидание. Нет. С вами просто невозможно разговаривать. Вы угадали. Это шифровка. И где вы должны встретиться с этим полковником? Нигде. Но он посылает меня в Вену. И зачем вас посылают в Вену? Мне чрезвычайно любопытно узнать, каким образом вы разработали весь этот сценарий. Наш секретный агент Фред Лукан исчез в Вене в неизвестном направлении. Боимся, что с ним стряслась беда. Я должна выяснить. Еще и Фред Лукан. Ну, вам бы романы писать. Давайте прекратим бесполезный спор. А? Мне надо отдохнуть. Завтра утром я улетаю в Вену. В Вену. Улетите, не улетите. Это если я позволю. Да, сэр Арчибальд был совершенно сбит с толку. С одной стороны, он никак не мог поверить в каких-то шпионов, агентов, резидентов и полагал, что его молодая жена просто лукавит. Но с другой стороны, Рут была настолько убедительна. А может, она и впрямь сотрудник спецслужб? Арчибальд решил бесповоротно сопровождать свою жену в Вену и убедиться, что ее слова не выдумка. В Вену супружеская чета прибыла на следующий день к обеду и остановилась в гостинице «Кайзерин Элизабет», заведении весьма приличном для фамилии Лаудеров. Ну, моя дорогая, вот мы и прибыли на место ваших грядущих подвигов. И что теперь? Купим маски? Или серые плащи в цвет стен? Если это образчик оксфордского юмора... Я окончательно перестану жалеть, что никогда там не училась. Напрасно. Там вас, по крайней мере, поставили бы в известность, что порядочный человек не может выбрать работу, которая требует подслушивания у двери или подглядывания в замочную скважину. Я ухожу в город. Вы остаетесь в отеле или намерены сопровождать меня? Еще бы. А вдруг на вас набросятся иностранные шпионы? Кто тогда защитит мою жену? Супруги вместе дошли до Кертнерштрассе. Рут погрузилась в созерцание витрин. Настроение у нее было отвратительным. С все возрастающей тревогой леди раздумывала, уж не совершила ли она самую страшную ошибку в жизни, согласившись принять руку и сердце ни на что негодного бездельника-баронета. Сэр Арчибальд, напротив, всем своим видом показывал, что приезд в этот город доставляет ему большое удовольствие. Видите вон того толстяка, дорогая? Может, не русский ли это агент? Осторожней. Осторожней, дорогая. Не удивлюсь, если у этой здоровенной тетки самые дурные намерения на ваш счет. О, а вот и автомобиль тормозит совсем рядом. Может, вас собираются похитить, Рут? Ведите себя прилично, Арчибальд. Молчу. Я же понимаю, нам, шпионам, нужно быть тише воды, ниже травы.
Жаль, что я здесь в командировке. И, следовательно, не могу сию секунду уехать домой. К тому же это разочаровало бы беднягу Стокдейла. Зато вы имеете полное право сесть в самолет. Прошу вас, возвращайтесь домой. Все. Простите меня, Рут. Я просто ревную вас к этому Стокдейлу. Сколько раз вам повторять, что я его в глаза не видела? Рут, дорогая, у вас навязчивая мысль. Не может уравновешенная и здравомыслящая леди до такой степени уверовать во всякие шпионские сказки, чтобы вообразить себя действующим лицом. Продолжать этот разговор бесполезно, Арчибальд. Прошу об одном. Ни во что не вмешивайтесь и позвольте мне выполнить поручение так, как я считаю нужным. Спустя 3 дня после приезда молодожены получили приглашение на прием к его превосходительству в британское посольство. Их появление произвело фурор. Довольный баронет пыжился, как павлин, а Рут искала глазами консула Джима Фернса, чью фотографию долго изучала в Лондоне, зная, что именно он возглавляет сеть британской контрразведки в Вене. Прошу прощения, но вы, случайно, не сэр Джим Фернс? Совершенно верно, мисс. Я леди Рут Лаудер. Извините. Мой дядя, полковник Стокдейл, просил передать вам, что в это время года в Карачи кактусы не цветут. Здравствуйте, мисс Лаудер. Ждали вас. Не думал, что агент окажется такой хорошенькой дамой. Завтра в полдень встречаемся на городском кладбище, и я расскажу, в чем состоит ваше задание. Поняла. А пока будьте внимательны. Я покажу вам моих помощников. Все они, как вы понимаете, сотрудники консульства. Вон у стойки бара невысокий мужчина лет 40 с лицом хронического алкоголика. Вижу. Малькольм Райхоуп был одним из лучших агентов нашей резидентуры до тех пор, пока не начал пить. И что же произошло с ним? Любовь. Отбили девушку, кстати, мою секретаршу Эннабель Вуллер. Малькольм любил ее много лет. Отбил вон тот красавец Терри Лаутхэм. Тоже наш агент, талантливый парень. Ага, так вот они, великие шпионы, где спрятались от меня. Скажите, дорогая, это случайно не великий индийский вождь Стокдейл? Прошу вас, Арчибальд, замолчите. Познакомьтесь, это мой муж. Насколько я понимаю, сэр Лаудер, вы большой шутник. А вы верите во все эти шпионские сказки? Ни в малейшей мере. А вот моя жена-бедняжка воображает, будто она тайный агент, и от ее усилий зависит безопасность государства. Ведите себя прилично, Арчибальд. Когда на следующий день около 11 часов утра баронет поинтересовался, куда идет его жена, та холодно ответствовала, что его это ни в какой мере не должно волновать, и что она, Рут, больше не желает повсюду таскать с собой такого обременительного спутника. А вот и я, мистер Фернс. Ну так вам все-таки удалось избавиться от опеки супруга? В Лондоне знали, что он едет с вами? У меня не было другого выхода. Ладно. Оставим пока. Сейчас важнее всего ваше задание. С некоторых пор с нашей венгерской агентурной сетью творится что-то странное. Секретные сотрудники исчезают один за другим. Из Лондона прислали агента Фреда Лукана, чтобы он тайно пробрался в Будапешт. Его путь лежал через Грац. Там живет сапожник Крукель. Это тоже наш агент. В Венгрии Лукана поджидала засада. Его убили. Что мне нужно делать, мистер Фернс? Выяснить, кто нас предает. Сапожник Ганс Крукель или кто-то из здешних. Никто не должен знать подробностей вашей миссии. Руки вверх, или я стреляю! Кто бы мог подумать? Агент контрразведки Рут Лаудер и ее коллега Джим Фернс, встретившись на городском кладбище Вены для обсуждения важных вопросов о предстоящей секретной операции, никак не предполагали, что кто-то сможет их выследить. Об этом свидании знали только они двое, хотя... И не оборачивайтесь, господа. Поворот вправо, поворот влево, стреляю на поражение. Арчибальд, вы...
О, мой бог. Я хотел только вас разыграть. Короче, я слышал весь разговор, и это доказывает, что в конце концов не такие уж вы асы, как воображали. Нет, этот тип просто уникален. Право, вы сделали редкостное приобретение, леди Лаудер. Нет, я так больше не могу, Арчибальд. Слышите, не могу. По-моему, вам, мистер Лаудер, место в клинике для умалишенных. Счастливо оставаться. Возвращаясь с кладбища в гостиницу Кайзерин Элизабет, Рут упорно молчала, пропуская мимо ушей все замечания и укоры мужа. Она не могла больше выносить присутствие Арчибальда, и каждая новая выходка супруга приводила ее в выступление. Рут твердо решила, невзирая на весь шум, который, несомненно, поднимется в британском высшем свете, сразу по возвращении в Лондон покончить с ненавистным браком. А пока важнее всего ей было максимально обезвредить баронета. Ну что ж, думаю, окружающие не воспримут всерьез действия особы, обремененной столь феноменальным супругом. Так что глупости Арчибальда в некоторой степени могут послужить прикрытием. Кто станет опасаться тайного агента, громко заявляющего о себе на каждом шагу? В гостинице супругов поджидал Терри Лаутхем, тот самый красавец, о котором Джим Фернс рассказывал на приеме в посольстве. Входите, входите, дорогой друг. Надеюсь, я вам с леди Лаудер не помешаю. Ведь шпионы терпеть не могут, когда кто-то вмешивается в их дела. Если хотите, я уйду. О, вовсе нет, сэр. Вы пришли рассказать нам последние новости, мистер Лаутхем? Нет, напротив, сам хотел спросить, будете ли вы еще в Вене к концу той недели? Ну, это одному богу ведомо. Все зависит от нашей поездки в Грац. Будь у Рут револьвер, в ту минуту она наверняка заставила бы супруга замолчать навеки. Но слово не воробей. Вы едете в Грац? Что за странная мысль. Знаете, в это время года там почти не на что смотреть. А мы едем не любоваться красотами. Моей супруге надо кое-кого повидать. Какого-то сапожника. Более чем странные знакомства для леди вы не находите? Если я правильно понял, ваш муж имел в виду, что вы хотите встретиться с сапожником Крукелем? Ну, это чертовски опасно и для вас, и для него. Не понимаю, как Ферн смог позволить вам так отчаянно рисковать. Если Крукель еще работает на нас, то только потому, что, видимо, его роль не окончательно прояснилась. Съездив туда, вы его выдадите. А окажись сапожник предателем, отправить вас в Грац, все равно, что связанное отдать в руки противника. Нет, позвольте мне сопровождать вас. Браво, 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 и еще раз браво. Вы оба держались потрясающе, естественно. Что я не понимаю? Мой муж не верит, что на свете есть разведка и контрразведка. И потому воображает, будто мы с вами ломаем комедию. Не обращайте внимания. Вы так и не сказали, с каким известием пришли к нам, мистер Лаутхем. Прошу прощения. На той неделе, вероятно, в пятницу, я собираюсь праздновать день рождения. Мне исполняется 35 лет. И я бы очень хотел видеть вас обоих за своим столиком в ресторане у Закера. Непременно. Если моя супруга не будет слишком занята организацией государственного переворота в соседней стране, мы непременно придем. Выходя из Кайзерин Элизабет, Терри раздумывал, уж не приснилось ли ему все это действо с участием сумасбродного баронета. А Лаудеры в это время у себя в номере с легкой враждебностью созерцали друг друга. Бывшая мисс Трексмор начинала по-настоящему ненавидеть мужа. Скандал назревал и был уже, казалось, неминуем, как вдруг сэр Арчибальд избрал новую тактику. Предложил спуститься в ресторан и выпить по бокалу шампанского. Но не успели супруги появиться там, как из бара их окликнул Малькольм Райхоуп, о котором Фернс еще недавно рассказывал, как о спившемся от любви агенте. Мое почтение, леди Лаудер. Добрый вечер, сэр Арчибальд. Садитесь, Райхоуп. Хотите выпить с нами бокал шампанского? Если не возражаете, я предпочел бы не мешать виски ни с чем другим. По-моему, у вас очень усталый вид, мистер Райхоуп. Я пьян, леди Лаудер, вдребезги пьян. Никто меня ни в грош не ставит с тех пор, как появился этот мерзавец. Вы имеете в виду Терри Лаутхэма, не так ли? Да, этого Дон Жуана контрразведки. Увел у меня Эннабель всего за несколько часов.
Но мисс Вуллер не единственная женщина на земле. Но я люблю ее, понимаете, леди Лаудер? Послушайте, Малько, а вы знали Фреда Лукана? О, знал ли я Лукан? Да мы с ним учились в одном университете. Он собирался стать моим шафером. Но теперь и Фред мертв, и свадьбы не будет. Лаудеры уже собирались возвращаться к себе в номер, оставив Малькольма наедине с бокалом, когда в бар неожиданно вошла Эннабель Вуллер. О, а вот и наша Джульетта. Но где же Ромео, а? Он на особо важном задании. Не будьте смешны, Малькольм. Я считал вас умной девушкой, Эннабель. А на самом деле вы ничуть не лучше тех, кто подписывается на романы о любви по почте. Мне противно на вас смотреть, Малькольм. Да. С тех пор, как появился другой, должно быть, у мистера Лаутхэма более внушительный счет в банке, чем у меня. Если вы намерены продолжать в том же духе, я уговорю Джима Фернса поскорее отправить вас в Лондон. Вы стали позором для всего нашего посольства. Кстати, вы тратите на выпивку куда больше, чем зарабатываете. А что до Терри Лаутхэма, то нравится вам это или нет, а мы с ним любим друг друга. Я думаю, дорогая, теперь у вас не осталось никаких сомнений, что господа, с коими вам вздумалось поиграть в шпионов, не джентльмены. О чем вы задумались? Эннабель Вуллер упрекнула бывшего поклонника в том, что он якобы тратит больше, чем зарабатывает. Как по-вашему, Арчибальд, может Райхоп черпать деньги из другого источника? Иными словами, как вы думаете, не толкнуло ли Райхопа разочарование в любви к измене? По-моему, да, Рут. Потому что вздумай кто-нибудь отнять у меня вас, я, кажется, готов был бы развязать ядерную войну. Рут Лаудер не спалось. Почти всю ночь она обдумывала сцену, происшедшую в ресторане гостиницы, и неожиданно для себя прониклась глубоким сочувствием к бедняге Малькольму. Во-первых, он стал жертвой несчастной любви, а во-вторых, невзирая на обвинения, казался порядочным человеком. Бедный мистер Райхоп! Какие замечательные человеческие качества могут таиться под внешностью беспробудного пьяницы. Но все же, где Малькольм берет деньги, которые каждый вечер тратит в барах Вены? Неужели он предатель? Нет-нет, о Фредди Лукане он говорил с таким искренним волнением, что это комедия, угрызение совести или полная невиновность. Но постепенно мысли Рут как-то переместились, и скоро она поймала себя на том, что думает уже не о Малькольме, а о Терри Лаутхэме. Но почему? Почему я должна ехать в Грац с этим болваном Арчибальдом? С этим бесчувственным джентльменом, для которого тоска, боль, отчаяние — слишком сильные эмоции? А Терри... Ах, Терри красив, отзывчив, умен. Рут и сэр Арчибальд поехали в Грац на поезде, как самые обычные туристы. Благополучно добравшись до места назначения, они сняли номер в гостинице «Даниэль», расположенной на площади напротив вокзала. Разложив вещи, Рут и сэр Арчибальд сразу же отправились в город. Рут решила скорее повидаться с сапожником Крукелем, но долго раздумывала, брать ли с собой Арчибальда. В конце концов, молодая женщина пришла к выводу, что лучше держать супруга под контролем. «Вы очень мудро поступили, избрав конечным пунктом нашего путешествия Грац, дорогая. Очаровательный городок.
А вам бы не хотелось остаться тут навсегда, дорогая Ян? Арчибальд, это невыносимо. Мне суждено остаться здесь лишь в одном случае. Если бы тем, кто убил Фреда Лукана, удалось отправить на местное кладбище еще одну жертву. Тихо, тихо, не злитесь. По-моему, за нами следят, дорогая. Я думаю, вы ошибаетесь. Но в любом случае ведите себя прилично, иначе нас наверняка заметят. Действительно, леди Лаудер восприняла слова мужа как новую сомнительную шутку, ведь Арчибальду так нравилось высмеивать то, что он в своем безумном ослеплении называл экстравагантностями супруги. Но когда они шли мимо ратуши, сэр Арчибальд, внезапно бросив спутницу, подскочил к скверно одетому бродячему музыканту с неопрятной черной бородой и чумазой физиономией. Не вышло, не вышло, приятель. Я вас узнал. Прошу вас, не надо. Сейчас же отпустите меня. Отпустите, или я разобью вам морду. Нет, приятель. Как хороший игрок, сначала вы должны сознаться, что проиграли. Арчибальд, что на вас нашло? Дорогая моя, позвольте представить вам мистера Терри Лаудхэма. О, господи, да скажите же вашему мужу, чтоб оставил меня в покое, а то поглазеть на нас сбежится весь город. Терри, что вы здесь делаете? Я приехал сюда по приказу Фернса охранять вас. Охранять? Но от кого и от чего? О, боже, вам явно не повезло с супругом, леди Лаудер. Разрешите откланяться, господа. Ну, кретин. Ну, думаю, вы не станете отрицать, что у меня превосходный нюх, дорогая. Ну и рожи скорчил бедняк Лаудхэм. Вы хоть понимаете, что натворили? Из-за вас о моем приезде в Грац наверняка стало известно. Мое задание на грани срыва. Вот что. Видите маленькое кафе на углу? Посидите там, а я пойду к сапожнику Крукелю. Я хочу сопровождать вас. Ни в коем случае. Вы обязательно все испортите. Недолго мне придется ждать. Если я не вернусь через 15 минут, можете сходить поглядеть, что со мной стряслось. Ну, до скорого! Рут без труда обнаружила в конце улицы сапожную мастерскую Ганса Крукеля, но с огорчением убедилась, что дверь заперта. Тогда она вошла во дворик, примыкавший к мастерской, и оказалась у двери черного хода. Повернула ручку, и, к ее удивлению, дверь тут же открылась. Медленно на цыпочках она проскользнула внутрь и сразу замерла. На полу лежало распростертое тело старика Крукеля. Попробуй только пикнуть. Никто не заставлял вас сюда приходить. Или заставлял, а, леди Лаудер? А откуда вы знаете, кто я? В разведке должны были бы отучить от привычки задавать ненужные вопросы. В голове у Рут пронеслось, что смерть Крукеля снимала с него все подозрения. Значит, Лукана погубил вовсе не старый сапожник. И впервые со дня свадьбы молодая женщина пожалела, что рядом нет Арчибальда. Я вижу, вы готовы вести себя благоразумно. А значит, мы сумеем договориться. Вы ведь, очевидно, дорожите своей хорошенькой мордашкой. Люблю красивые мордочки. Во всяком случае, пока по ним течет кровь. Кровь так прекрасна. Ну, говорите, зачем вы приехали в Грац? Как друг Фреда Лукана. Фреда Лукана? Ах, да. Честный был малый. Ужасно упрям. Никак не хотел говорить. А уж мы ли не старались завести беседу? Ваш Лукан умер в довольно жалком состоянии. Тем временем сэр Арчибальд давно успел допить вино и теперь отчаянно скучал. Поэтому, рискуя навлечь на себя недовольство жены, баронет решил отправиться к сапожнику или хотя бы побродить вокруг лавки. Найдя мастерскую запертой, Лаудер удивился не меньше жены. Если Крукеля нет на месте, почему Рут сразу же не вернулась обратно? Очень скоро он тоже оказался у черного хода и также тихо проник внутрь. У бедного Арчибальда
Глаза округлились от ужаса при виде страшной картины. Его жена привязана к стулу, на полу лежит труп старика, а какой-то изверг бьет леди Лаудер по лицу. Позвольте, по какому праву вы осмелились поднять руку на мою жену? Гляньте-ка, а вот и кретин пожаловал. Вы раздавили мне ногу! Леди Лаудер плакала. Еще ни разу в жизни ее так не унижали, и подумать только, что она носит фамилию этого клоуна. Убийца, хохоча во все горло, убрал каблук и отпустил баронета. Тот, жалобно взвизгивая, повернулся вокруг своей оси и, неожиданно схватив топорик, лежавший на столе, и продолжая вращательное движение, размахнулся и раскроил убийце череп. Ой, боюсь, я ударил слишком сильно. Надо же. Арчибальд, теперь вы верите в сказки про шпионов? Вернувшись в гостиницу, Рут сразу легла, а сэр Арчибальд решил еще немного прогуляться по воздуху. Между тем, узнав приемный адрес уголовной полиции, он взял такси и поехал туда. Отсутствовал баронет не больше 2 часов, а когда вернулся в гостиницу, Рут только что встала. Хорошо погуляли, Арчибальд. Можете мне поверить, я провел время не слишком весело. Удивительно, почему чиновнику так трудно втолковать что бы то ни было, независимо от того, какой стране он служит. Особенно это касается полиции. Полиция? Я имею в виду комиссара уголовной полиции, которому рассказал обо всех наших приключениях. Что? Как вы посмели побежать в уголовную полицию и выложить... Правду, дорогая. Ведь я убил человека, который незадолго до этого тоже совершил убийство. Почему у вас слезы на глазах? Вы плохо себя чувствуете, любовь моя? А что может чувствовать женщина, получив муженька вроде вас? Вот вам! Вот вам! Вы забываетесь, дорогая! Почему вы деретесь? Вы хоть понимаете, что натворили? Любые действия секретных служб, естественно, требуют строжайшей тайны. Но даже эта простая истина вам не по зубам. Меня не интересуют ваши темные шпионские истории. Но я не потерплю, когда обижают мою жену и непристойно разговаривают со мной. Замолчите, Арчибальд, или я за себя не ручаюсь. Да, теперь можно было не сомневаться, что австрийская полиция потребует объяснений. А самой Рут тоже придется дать подробные разъяснения и Джиму Фернсу, и полковнику Стокдейлу. Это невиданно, неслыханно. За всю историю разведки я не упомню ничего подобного. Мисс Лаудер, для начала вы приволокли в Вену придурка из высшего света. Но этого вам, очевидно, показалось недостаточно. Вы таскаете этого кретина повсюду за собой, да еще и посвящаете в наши дела. Вы что, голову потеряли? Страсти кипели в кабинете консула Джима Фернса. Бедная Рут сидела чуть живая на краешке огромного дивана и глотала слезы. А вы, Терри, считаетесь классным агентом. Какого чертова вы вырядились огородным чучелом, чтобы привлечь к себе внимание? Очень ловкий ход для тайного агента. Ну, если честно, я просто не принимал баронета в расчет и настолько не ожидал подобной прыти, что когда сэр Арчибальд схватил меня за руку, должно быть, стоял болван болваном. От консула молодые люди вышли вместе. Прогулочным шагом они двинулись в сторону бара. Рут отлично понимала, что следовало бы распрощаться, но ей так нравилось общество Терри. Ладный парень с его кипучей мужественной энергией выгодно отличался от баронета. Тем временем сэр Арчибальд отдыхал в ресторане Казанова, потягивая 3-й бокал виски. Сэр Арчибальд, вот вы где спрятались. Каким образом рядом с ним оказалась Эннабель Вуллер, баронет так и не понял. У меня для вас неприятное известие. Ваша жена сейчас с Терри Лаутхэмом, и они идут сюда пешком. Я проезжала мимо них на машине. Ну и что? Но неужели вы не понимаете? Что именно, мисс? Неужели вы не знаете, какая у Терри репутация? Я понятия не имею, что говорят о мистере Лаутхэме. И меня это ни в малейшей степени не интересует, мисс Вуллер. Позвольте откланяться. Тряпка! Жалкая тряпка! Вот вы кто! Другой вот-вот уведет у вас жену, а вы отделываетесь банальными фразами. Боюсь, вас слишком мало шлепали в детстве, мисс.
Вы ревнуете, а от ревнивицы не стоит ожидать здравых суждений. Кроме того, вероятно, еще ничего не знаете. Иначе не посмели бы так со мной разговаривать. Не знаю о чем. Да о том, что вчера в Грации я прикончил парня, который имел наглость невежливо со мной разговаривать. Вы убили человека? Когда через четверть часа леди Лаудер и Терри вошли в бар, то с изумлением обнаружили, что все посетители собрались в одном углу и с большим вниманием слушали... О, Боже! Арчибальд! О, любовь моя, рад вас видеть. А я тут рассказывала о своих приключениях. Боюсь, вы роняете свое достоинство, Арчибальд. Ведите себя прилично. В таком случае я прошу простить меня, джентльмены. А вы хоть знаете, сэр, зачем тому типу понадобилось убивать сапожника? Нет. Мне это безразлично. Но меня мучает другой вопрос. А что делал в Грации Малькольм Райхол? Значит, он тоже приезжал туда? Вы отвечаете за свои слова? Я джентльмен. Если вы, Терри, наблюдали за нами, то Малькольм следил за вами. Он сидел в кустах, пока вы разыгрывали из себя уличного музыканта. Короче говоря, вчера мы все дружно побывали в Грации. На следующий день Джим Фернс принял леди Лаудер, как только ему доложили о ее приходе. Судя по всему, настроение его оставляло желать лучшего. Даже его помощник Терри Лаутхен затих где-то в углу кабинета. «Хочу сразу предупредить, дорогой друг, вашим мужем я сыт по горло. Если сэр Арчибальд намерен и дальше продолжать в том же духе, то очень скоро сделает из нашей сети посмешище, а это похуже физического уничтожения. Терри, вы предупредили Малькольма, чтобы он зашел ко мне? Что вообще происходит?» «Вчера сэр Арчибальд сказал, что Райхоу был в Граце». «Был. Я сам там был». «Вы, сэр?» «Ну да. Нужно было кое в чем разобраться. Мне кажется, Малькольмом сейчас владеет одна единственная навязчивая мысль. С тех пор, как Эннабель бросила его ради вас, Терри, он ненавидит нас всех. А кроме того, парень тратит в Казанове слишком много денег. Откуда они, хотел бы я знать?» «Неужели вы думаете?» «Я запрещаю себе думать, что бы то ни было. Слишком боюсь прийти к естественному выводу, который подсказывает логика». «И куда же ходил Райхоуп в Грации?» «К сапожнику Крукелю. Он побывал там до вас, леди Лаудер. Я знаю, о чем вы сейчас подумали, но ради бога, не делайте поспешных заключений. Я давно знаю Малькольма, и трудно представить себе, чтобы он превратился в... Разве несчастная любовь не может толкнуть на это?» «Только не агента Райхоупа. А вот и он, должно быть, звонит. Алло? Да. Понял. Ладно, хорошо. Ну и дела. Эннабель Вуллер умерла. Ее задушили». «О, Боже! Кто?» «Малькольм Райхоуп». Известие о смерти Эннабель Вуллер настолько потрясло леди Лаудер, что, вернувшись из посольства в гостиницу, она буквально рухнула на кровать, не в силах проронить ни слова. «Эй, любовь моя, просыпайтесь. Что случилось? Вы в платье, прямо в постели? Вам плохо?» «Вы слышали о смерти Эннабель Вуллер?» «Да. Об этом говорит все посольство. Но каким образом стало известно, что убийца Райхоуп?» «Тело нашли в комнате Малькольма». «Кто обнаружил тело?» «Соседка поднималась по лестнице. На площадке всего две квартиры. Ее и Райхоуп. Женщина уже собиралась повернуть ключ, как вдруг дверь Малькольма распахнулась. Он вылетел на площадку и опрометью бросился вниз по лестнице, даже не закрыв за собой квартиру. Любопытство заставило ее войти в квартиру соседа. Ну, а увидев тело Эннабель, она закричала на весь дом. Короче, через 10 минут туда приехала полиция». «А о Малькольме что-нибудь известно?» «Нет». «Сэр Арчибальд Лаудер у телефона». «Сэр Арчибальд?» «Да». «Вы меня узнали?» «Разумеется, мистер Райхоуп». «Вы, конечно, уже в курсе?» «Естественно». «Это не я, сэр Арчибальд. Даю вам слово, мне надо поговорить с вами не по телефону». «Где и когда?»
Сегодня в 9 вечера в Праторе. Остановка Лилипутбан. Хорошо, до вечера. Это звонили мне? Не волнуйтесь, это был не Терри Лаухтхэм. Почему вы решили, что... А разве вы не хотели бы сейчас с ним поговорить? Да, должна признаться вам, Арчибальд, что мистер Лаухтхэм мне нравится. Ну, такой красавец. Не в этом дело. Терри добрый, умный, внимательный, а вы... Вы ужасный эгоист. Женщин вы считаете существами второго сорта. Не торопитесь, Рут. Как бы вам не пришлось раскаиваться в своих словах, я сейчас ухожу, дорогая. Куда же? В 9 часов у меня свидание в самом неподходящем месте. Представляете, в Праторе, да еще на Лилипутбан. И с кем же? С Малькольмом Райхоупом. Разве вы не знаете, что Райхоупа разыскивает полиция? Любовь моя, возможно, я и не отличаюсь большим умом, и не чуткий, и не внимательный человек. Однако я отлично помню, что еще мальчишкой в колледже меня учили всегда протягивать руку тому, кто зовет на помощь. Когда баронет вышел из трамвая А на Праторштрассе, уже сгустились сумерки. Пройдя немного, сэр Арчибальд вдруг услышал эхо выстрела и ускорил шаг, но у самого вокзала чуть не попал под машину, летевшую прямо на него с бешеной скоростью. Он бросился на станцию ни души, хотя 9 уже пробило. Тогда он решил подождать Малькольма внутри, в крошечном зале ожидания. Стояла полная темнота. Баронет включил электрический фонарик и невольно вздрогнул. В уголке лежал Райхоу. Сэр Арчибальд опустился на колени. Несчастный поклонник Эннабель Вуллер отправился вследом за любимой. И вдруг неожиданная догадка заставила сэра Арчибальда вздрогнуть. Но через минуту баронет, схватив такси на привокзальной площади, мчался назад в гостиницу. В номере он застал Рут и Терри Лаутхэма. Арчибальд, вы знаете новость? Малькольм Райхоуп покончил с собой. Вот Терри пришел мне сообщить об этом. Полиция звонила в консульство. Да, я в курсе. Он застрелился после разговора с вами? Нет. Когда я приехал, Райхоупа уже убили. Да, но полиция настаивает, что Райхоуп покончил с собой. Следовательно, таково заключение медэксперта. Будь это самоубийство, пришлось бы предположить, что он чуть ли не вертикально поднял правый локоть, а это полная чушь. Зато если кто-то стрелял сзади... Прижав пистолет к затылку сидящего Райхоупа, получилась бы именно такая картина, какую мне пришлось наблюдать. Ну, по-моему, самоубийцы не очень-то раздумывают, как держать локоть. Но кто мог убить Малькольма? Вероятно, тот же человек, что убил и мисс Вуллер. Но кто же тогда? Могу сказать только, что Райхоупа он убил не без посторонней помощи. Так у него был сообщник? Да. Невольно, и я знаю, кто это. Леди Рут Лаудер, подумайте сами, дорогая. Малькольм Райхоуп позвонил мне и просил приехать в Праттер довольно поздно вечером, очевидно, зная, что его разыскивают. Следовательно, Райхоуп наверняка никому не рассказывал о нашем с ним свидании. Я же говорил о нем только одному человеку, вам, Рут. Вы, надеюсь... Не думайте, что это я его... Успокойтесь, успокойтесь, дорогая, я вовсе не считаю вас убийцей. Но мне бы очень хотелось знать, с кем вы беседовали после моего ухода. Я... Вы позвонили Терри. Я угадал? Но он мой коллега. На что это вы намекаете? Я утверждаю, Терри, утверждаю, что вы убили и Фреда Лукана, и сапожника Крукеля, и мисс Вуллер, и, наконец, беднягу Райхоуп. Что за бред вы несете? Зачем мне нужно было убивать Эннабель? Будучи вашей любовницей, она обнаружила у вас документы некоего банка в Эксетере. Год назад там лежали крохи, зато теперь больше 25 тысяч фунтов. Ваш счет в банке начал разбухать как раз в тот момент, когда на наших венгерских агентов обрушились всевозможные беды. Терри! Ну скажите же ему сами, что это нелепость. Ну, разумеется, нелепость. Уже в Граце, когда вы изо всех сил старались привлечь мое внимание к своему маскарадному костюму, я заподозрил неладное. Просто вы хотели показать, что вынуждены срочно бежать, переодеваться и, следовательно, не замешаны в убийстве Крукеля. Потом вы настроили соответствующим образом несчастную Эннабель
и с ее помощью пытались вызвать подозрения против Райхоупа. Вы никак не рассчитывали, что преувеличенная забота о безопасности моей супруги насторожит Малькольма. И он решил проверить, на месте, какую игру вы затеяли. Ваш звонок к Терри, дорогая жена, стоил Малькольму жизни. Вы боялись, как бы Райхоуп не поделился со мной подозрениями на ваш счет, и поспешили скорее избавиться от него, а потом пытались сбить меня машиной, ведь это вы сидели тогда за рулем, правда? И тут Терри выхватил револьвер. Ваша взяла, Лаудер? Да. Это я уничтожил всю венгерскую агентурную сеть, потому что уже довольно давно работает отнюдь не на вашу разведку. Крукеля я приказал убрать, поскольку он первым учуял правду. Эннабель придушил, чтобы не путалась под ногами. А Малькольм поплатился за то, что все понял, хотя и не смог бы доказать. Но мои признания вам не помогут. Венгерская граница в двух шагах отсюда. Я прихвачу с собой вашу супругу. Никакой Венгрии вам не видать, Лаутхэм. Оружие на пол. Руки за голову, к стене. На пороге стоял Джим Фернс в окружении вооруженных полицейских. Простите за опоздание, сэр, но меня срочно вызвали в уголовную полицию. До медицинского эксперта все-таки дошло, что Малькольм и не думал кончать с собой. Во избежание лишних осложнений мне пришлось заодно пообещать, что я сам назову им убийцу. Уведите мистера Лаутхэма. Джим, дружище, вы отлично справились со своей ролью. Операция прошла как по маслу. Так вы хорошо знакомы друг с другом? И очень хорошо. Кстати, сэр Арчибальд и рекомендовал вас, леди, послать в Вену. Вы Арчи? Но почему я ни разу не слышала о вас в разведке? О, слышали? И не раз, Рут. Я даже сказал бы, что как начальника вы слушали меня лучше, чем как мужа. Что? Дело в том, что я полковник Стокдейл. Дорогая...